Всем привет, с вами Пушистый Биткоин, и сегодня я расскажу вам о платформе для покупки и продажи IOT-данных под названием DataBroker DAO. Создается первый децентрализованный рынок, на котором могут встретиться продавцы и покупатели данных датчиков IOT. И таким образом IOT-данные станут доступны для тех, кто в них заинтересован, а владельцы датчиков смогут получать доход. Платформа будет работать на блокчейне и будет полностью децентрализована и станет первой платформой торговли IOT-данными. Сейчас уже длится этап публичной продажи, и как мы видим, продано уже 26,5% токенов, которые запланировали продать. И сумма сборов составляет почти уже 4 миллиона долларов. Вы уже сейчас можете присоединяться к публичной продаже и покупать свои токены, перейдя по данной ссылке. И здесь сразу же в начале официального сайта мы видим представлены рейтинги на различных ресурсах, и эти рейтинги довольно-таки высокие и положительные. Итак, а мы идем дальше. Благодаря платформе DataBroker DAO объединяются владельцы IOT-датчиков, гейтвей-операторы, обработчики и покупатели данных. Главным преимуществом, конечно, является отсутствие посредников. Это предоставит эффективное решение для всех участников платформы. Владельцы IOT-датчиков смогут получать прибыль благодаря данным, которые они генерируют. Гейтвей-операторы будут открывать шлюзы, благодаря которым владельцы данных с IOT-датчиков смогут продавать их посредством децентрализованной платформы. Покупатель данных сможет покупать их для дальнейшей обработки и использования в своей деятельности или для последующей продажи. Итак, токен сейл начался еще 26 апреля, и будет длиться он ровно месяц, то есть до 26 мая. За один эфириум вы получите 4000 токенов DTX. Перед началом токен сейла, а также в ходе его проведения, будет действовать партнерская программа, то есть при покупке токенов DTX по реферальной ссылке партнерам будет начисляться бонус в размере 5% от приобретенных по реферальной ссылке токенов. И уже на биржах торговля токенами начнется с 30 мая. Вся работа данной платформы станет возможной благодаря использованию блокчейна, который предоставит огромное количество преимуществ. Благодаря блокчейну деятельность платформы будет осуществляться без участия посредников. Посредники не только увеличивают стоимость данных для конечного покупателя, но также создают много проблем для участников платформы, среди которых можно выделить снижение безопасности для всех участников и усложнение бизнес-процессов. И таким образом будет увеличиваться количество инвестиций в цифровой бизнес, что произойдет вследствие повышения условий и увеличения прибыли. На данный момент активно растут инвестиции в IOT-датчики, и это делают как компании, так и частные лица. Существует много факторов, подтверждающих, что число инвесторов будет увеличиваться с каждым годом, и это обеспечит стремительный рост и развитие всей индустрии. Существует огромное количество компаний, которые заинтересованы в покупке данных IOT-датчиков. Эти данные повысят эффективность их деятельности. И уже сегодня существует большой спрос на эти данные. Возьмем, например, сельское хозяйство. Деятельность сельскохозяйственных компаний связана с необходимостью иметь точные температурные данные. На сегодняшний день метеорологические службы не могут предоставить им достаточно точные данные. Получить необходимые данные можно будет при помощи тысяч IOT-датчиков со всех регионов страны. Сельское хозяйство – это лишь один из множества сфер, которые заинтересованы в датчиках IOT. Помимо них есть, конечно, природоохранные, энергетические и также другие компании, которые заинтересованы в этих данных. Для реализации проекта собралась команда из отличных специалистов, что придает нам уверенность в успехе платформы и ее развития. И, кстати, с командой вы можете ознакомиться в конце сайта. Все они здесь представлены. И с каждым членом команды вы можете познакомиться по отдельности.
И, кстати, вы уже можете протестировать платформу самостоятельно. Все это выглядит вот таким вот образом. То есть вам нужно будет только перейти по данной ссылке. И на этом, в принципе, мой видеообзор подошел к концу. На моем YouTube-канале вы найдете еще один обзор на данный проект. Рекомендую вам также с ним ознакомиться. И в описании под видео я предоставлю все необходимые ссылки. Это ссылки на техническую документацию, на социальные сети. Обязательно не забывайте подписываться на Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и обновлений. И напоминаю вам, что вы уже сейчас можете принимать участие в продаже токенов DTX, но помните всегда о том, что все ваши вложения и инвестиции происходят лишь на ваше усмотрение. На этом все. Если вам понравился мой видеообзор, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Пушистый Биткоин. Всем спасибо, до новых встреч!